Вот они, потрясающие красавицы! Мисс Россия 2018. 40 финалисток и 10 суперфиналисток. Топ-10. У публики открывается второе дыхание, и она аплодирует как новенькая, как будто мы только начали. Аплодисменты красавицам. Ну что же, и совсем скоро мы назовем имена трех победительниц, которые станут поистине легендарными. Это две вице-миссы, королева сегодняшней церемонии «Мисс Россия 2018». Но прежде чем это случится, мы хотим вручить специальный приз. Специальный приз от нашего генерального интернет-партнера сайта woman.ru. Там проходило голосование за приз зрительских симпатий. Время огласить победительницу. И снова это сделаю я в номинации «Народный выбор». Победила Наргьян Мамангуш. Аплодисменты! Аплодисменты! Народный выбор от портала woman.ru. В качестве приза наша красавица получает уже ставший традиционным жемчужный сет и памятную награду «Выбор woman.ru». Еще раз поздравляем. Ну что же, наши поздравления обладательнице этого очень почетного звания. Ну и кто знает, может быть, выбор наших зрителей совпадет с мнением жюри? Может быть, это в самой ближайшей перспективе, буквально считанные минуты, и мы назовем победительницу сегодняшнего суперфинала. И сегодня же вечером счастливая улыбка озарит лицо не только нашей победительницы, но и двух других счастливец. Ведь быть вице-мисс Россия тоже очень приятно, почетно и престижно. Кроме почета и престижа, к этому прилагается еще и прекрасная награда. В качестве приза первая и вторая вице-мисс Россия 2018 получают грант на обучение в любом вузе нашей страны. Вот такой прекрасный подарок, инвестиция в будущее. Ну что же, давайте узнаем имя второй вице-мисс. Я прошу вынести конверт с ее именем. Давай займем место в центре для того, чтобы, прости, пожалуйста, для того, чтобы лучше разглядеть наших красавиц. Итак, сейчас нам вынесут конверт. Спасибо огромное. Под ваши аплодисменты мы приглашаем к нам сюда для того, чтобы вручить почетнейший титул «Вторая вице-мисс Россия 2018». Ей становится Наталья Строева. Наталья Строева, вторая вице-мисс Россия. Наши поздравления, Наталья. Наташа, это для вас потрясающей красоты лента. Пожалуйста, примерьте ее. Конечно же, букет прекрасных цветов для прекрасной дамы и диадема. Публика рукоплещет, диадема украшает голову второй вице-мисс Россия 2018. Наталья Строева. Аплодисменты. Мы продолжаем церемонию награждения. Прямо сейчас появится еще один заветный конверт, в котором будет имя первой вице-мисс Россия 2018. Ну и где же этот заветный конверт? Мы ждем его. Издалека. Вот гонец. Очень интересно, чье же имя там? Верочка, прошу тебя. Ух ты, дамы и господа, первой вице-мисс становится... Виолетта Тюркина! Виолетта Тюркина, первая вице-мисс Россия! Боже, Виолетта, мы болели за вас, переживали. Это ваша лента по праву. Цветы для прекрасной дамы и, конечно же, диадема. Роскошная, которая украсит вашу голову прекрасную. Ну и ко всем этим знакам отличия мы напоминаем, что у вас есть право выбрать любой вуз страны и обучаться там любому искусству и мастерству, которое вы для себя выберете. Аплодисменты нашим красавицам! Поздравляем вас еще раз! Девушек удалось покорить не только членов жюри, но и всю страну. Я хотел бы обратить внимание почтенной публики, что вот она, та самая новая Великолепная корона «Мисс Россия», которую сделали ювелиры компании «Меркури». Шедевр ювелирного искусства, Вера, согласись. Она очень красивая. Мы видим ее вблизи, дамы и господа, и это просто... Я думаю, что свет доносится и до вас, даже если вы смотрите нас через интернет на сайте missrossia.ru. Скоро мы узнаем, чью же прекрасную голову увенчает эта корона. И для этого нам нужна помощь. Я бы хотел пригласить на эту сцену девушку, имя которой прозвучало здесь же, на этом самом месте, ровно год назад. Встречайте, «Мисс Россия» 2017, лучезарная Полина Попова. Ваши аплодисменты! «Мисс Россия» надо встречать в 2 раза громче. Полина Попова! «Мисс Россия» 2017! Ну что же, и давайте попросим вынести нам конверт с именем «Мисс Россия» 2018. Прошу, это для Полины. Для Полины. Здравствуйте, дорогие члены жюри, леди и джентльмены. Я хочу поблагодарить дорогую дирекцию за самый волшебный год в моей жизни. И я уверена, что новая девушка также окунется в счастье и сказку, которую испытала я. Итак, Максим, все готовы? Новая вице-мисс. Новая «Мисс Россия» 2018 становится... Юлия Чихина. Вот она, новая «Мисс Россия». Салют в честь победительницы. Потрясающая корона на голове потрясающей красивой девушки. Аплодисменты в адрес новой «Мисс Россия». «Мисс Россия» 2018. Ну что же, дамы и господа, таким получился этот соревновательный год. С таким получилась 26-я церемония национального конкурса красоты «Мисс Россия» 2018. И мы от всей души поздравляем Юлию Полячихину с этим титулом, с титулом «Мисс Россия» 2018. Впереди год полный событий, ярких и незабываемых. И мы от всей души желаем Юлии счастья и пронести эту корону весь этот год достойно. Я предлагаю в качестве исключения дать сразу же слово новой королеве. Юлия, что вы чувствуете? Я чувствую невероятную радость. Всем огромное спасибо, кто поддерживал меня. Я невероятно счастлива. Спасибо большое. Спасибо огромное. Это все в вашу честь. Дамы и господа, аплодисменты. Я приглашаю вице-мисс встать рядом, для того, чтобы публика полюбовалась нашими роскошными девушками. Вот они, непревзойденные красавицы 2018 года. «Мисс Россия», первая вице-мисс Россия и вторая вице-мисс Россия 2018. Искупайте их в ваших овациях. Подарите им вашу радость, ваши эмоции. В течение всего года они им очень пригодятся, чтобы они могли достойно пронести все эти 3 титула весь год и всю жизнь. Добро пожаловать в семью «Мисс Россия», красавицы! Ну а вам мы говорим спасибо за то, что столько времени были с нами, смотрели прямую трансляцию на сайте missrossia.ru, были здесь с нами в зале. И, конечно же, желаем нашим девочкам удачи на больших конкурсах на Мисс Мира и Мисс Вселенная, куда непременно отправятся наши красавицы. Ну что же, на этом 26-я церемония национального конкурса Мисс Россия 2018 подошла к концу. Мы были рады видеть вас, быть сегодня с вами. И желаем вам красоты, радости и гармонии. И самое главное, до встречи в 2019-м! Спасибо, церемония завершена. Нас ждет самая красивая часть. Это фотосессия, конечно же. Будет до встречи на автопати. Надо поздравить как следует новую Мисс Россия.